Re, viss ēters ir te! В ближайшие три дня в Латвии ожидается более прохладная погода. Но на следующей неделе температура воздуха повысится и впервые в этом году достигнет плюс 30 градусов. Предстоящая ночь в Латвии пройдет в основном без осадков, будет малооблачно, безветренно или слабый ветер. Температура воздуха понизится до плюс 8, плюс 14 градусов. В субботу Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт. Местами ожидаются грозовые ливни. Осадки наиболее вероятны в западной и центральной частях страны. Дождь будет кратковременным, местами сильным с грозой. Температура воздуха составит плюс 17, плюс 25 градусов. Прохладнее будет в Курзаме и на северо-Видземском побережье. В Риге ночью небольшая облачность, днем пасмурно. Во второй половине дня и вечером дождь, возможно, гроза. Ночью температура воздуха около плюс 15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до плюс 23. В воскресенье также возможны дожди. Будет прохладно до плюс 16, плюс 21 градуса. А в ночь на понедельник местами в Курзаме и Видземе воздух остынет до плюс 5 градусов. Днем температура составит плюс 18, плюс 23. Последующие дни станет жарче. В четверг или пятницу впервые в этом году температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов.